Привет, с вами Сумрак из клана Краматорск. И в честь своего достижения 100 уровня я решил записать видео. Давно не было никаких видео. Я не играл больше 3 месяцев практически. Занимался в основном собирательством и изделием. Видео не несет никакой особой информации. Просто хочу показать интересную, непонятную у нас статистику. Вот начиная с этого КВ с Марилендом, у нас было постоянно 3 победы, 1 поражение. Очень непонятно. Тут мы, конечно, не вытянули с врага. Хоть Леша и выбил 3 звезды. Тут у ребят просто тупо не пошли атаки, в ноль. Я вот на стиге только 1 потянул, с основного сумрака не играл. Не хватило мощи у нас. И текущая война. Решили мы таким маленьким составом выйти, всего в 10 человек, даже Пеку Папу взяли, который абсолютно у нас не играющий. 2 8-х, 4 9-х, 3 7-х ТХ. И попались нам непонятного рода бомжи. Я считаю, печальные. Надеюсь, чувачок таки оставит свое инферно на мульти. Так как мульти оно в 30-ку жрет. Особо и не грызет. Не страшно. У них единственный вот этот номер 2. Фулл ТХ 9. Кроме забора. Качано все по максимуму. Вот от этого человека можно ждать, конечно, 2 хороших атак. Позже, скорее всего, я сделаю обзор в конце КВ. Как раз посмотрим, как проатаковал соперник. И что сделали мы. Не так давно я перешел на ТХ-9. Особо еще не научился играть. И нет тех войск, которые могут вытягивать КВ на 3 звезды. Наземкой я не люблю атаковать. Воздухом еще не получается. Гончий у меня 1 уровня. Не дотягивает. Голем бывает нужен, но только 2 уровня. Многие остальные войска докачиваются. Осталась совсем ерунда. Скоро за красный эликсир. Вот так красный. А даже глянем сверху вниз. Как выглядят наши базы. Понятно, что Пека пока не играющий у нас. У нас любители строить непонятного вида базы. Как Фрезачок ни в какую не хочет. Илюха тоже никак не хочет перестраиваться. Базы печального вида. Вот у Ивана и то лучше база. Иван, если бы будешь смотреть видео, я бы черную переставил бы где-то сюда. Пусть ее дольше жгут. Если драками будут нападать. Дольше будут лететь драконы. А, ну это моя прикольная база. Я потом переставлю на человеческую. Вот новичок Иван. Из славного города Славянска. Тоже докачивается, подкачивается. Никто не хочет у нас строить заборы. Кирилл ни в какую не хочет строить. Леха очень давно на 9 уровне, я знаю, сид. И я. Как бы что бы вы ни говорили, буду качать все равно забор. Параллельно со всеми остальными строениями. Улучшая ровно по одному. Пойду я часть воздухом, часть землей в атаку. Пока точно не знаю, как пойдем. Новичок наш Кирилл из Латвии. Но так и не переставил. Ну пусть так, ладно, стоят башни лучниц, больше закрывают.
Вообще ПВО вытянул наружу. Ну зачем? Вот террорист малой ему. Честное слово. Просто для себя, как одна из отметок пройденного этапа, что на сотом уровне у меня вкачано. Видел разных вкачанных, видел фул ТХ-9, даже с девятым забором, начинающим десятым. Скорее всего, донатили, потому что физически так быстро все это выполнить нереально. Я играю, бывает, на выходных по 12 часов с перерывом по 15-20 минут. И то посмотрите, сколько я успел всего лишь вкачать. Вот так вот. И на днях вот сегодня вышла королева с апа на 10 уровень. Здесь я прыгучие чары апнул до 2 уровня. Решил поставить пока варвара. Потом поставлю хилку. И больше за красный нечего будет апать. Как раз все красное пойдет в забор. Начнем апать. Скорее всего, апну сначала гончую до 2 уровня. Она и крепче будет, и больше щенков своих выпускать. А потом все остальное. Останется всего лишь два строения улучшить. Одну казарму темную. И хранилище черного. И все. За красный больше нечего улучшать. То есть красный элик будет уходить тупо в забор. Шустро-пришустро. Так, соклановцы, вам всем удачи на КВ. Надеюсь, вот таких вот красных пробелов будет меньше. Из 25 человек, 24. Еле-еле нашкребли 9. И пеку-паку взяли. Это же печально. Для тех, кому интересно, какие я еще базы использую. То есть я поставил еще такую базу. Рандомную, вынес ТХ наружу. Не вижу смысла. Пробовал такую, но пока не было у меня забора. Я вот пока вторую часть забора не достроил здесь на входе. Все равно доходили до черного мелика. Потому что вот спрашивают у нас иногда расстановки. Тут можно, кстати, лагеря чуток сдвинуть вот так вот. Пусть еще больше места занимает. Все остальное пусть как можно ближе стоит. Я, как многие, люблю симметрию. Поэтому такая база мне нравится. И военные базы. То есть просто тупо в чемпионских лигах высмотрел такие базы. Раз ребята их строят, значит базы должны держать. Но у них не было вот у КК этой линии. Она была здесь, в этой куче забора бухана. Я решил добавить все-таки, чтобы было как минимум хотя бы до ратуши два забора. И такую базу, и я ее взял от 10-го ТХ. Немножко переделал под 9, так как не хватает еще всех защитных сооружений. Я выставил так. Плюс, исходя из того, как на меня нападали, вот у этой мортиры дальше я перекрыл 9-м уровнем забора, перекрыл места соединения. Возможно, там, где дойдут войска и будет проходить, также сюда. Вот, скорее всего, на этом КВ буду пробовать эту базу. Что-то застряло. И это база для 7-го ТХ. А сейчас, Кирилл, посмотрим как раз. Ты просил тебя включить видео. Никаких проблем. База. Ну, это печально, конечно, вот так вот сделать. Ну-ка, если бы он, конечно, играл, была бы защита из КК. Секундочку. Я тут, считаю, слишком много пушек вверху стоит. Надо было пополам поделить с лучницами. Лучниц бы вот здесь бы поставить. Даже ПВО, наверное, вот здесь вот поставить выше. Вот здесь вот луков. А база была бы ничего. Но закрыть ее вот так вот. Пока как.
сумму. Тем более черный с краю, все с краю. Ну, печально. Плюс ну, как говорится, тебе в помощь. Ресурсы снял, чего еще надо? Победа иногда не так важна. Еще говоришь, плохо зарабатываешь. Зарабатываешь нормально. Все, всем удачи на КВ. Всем пока.